Салам пополам. Кто проебал первое число? Даже не знаю. Ебать. Чё по новостям? Сейчас в отпуске. Так. Чё делаю в отпуске? Ай, ну пока, по сути, хуи пинаю. Делаю всякие документы на ребенка, всякие врачи. Вот это туда-сюда движуха такая намечается. Ёпта. На выходных был в походе. Отдохнули на природе. Малого родителям оставили. А сами тусовались на природе. Мать, на природе, блядь. Глушак повредил. Мать, сейчас еду, блядь, пердить что-то, блядь. Сервис мой закрыт пока, блядь. Там что-то теплотрассу меняет. Хуй пойми, что меняет. Закрылся временно. А в другие не хочу, там везде наебывают, блядь. Пидорасы придумывают всякое новое, блядь. Всякие работы, блядь, ненужные. Ну вот, сервис я долго искал, поэтому, блядь, знаю, что это такое. Так, что вообще? Особо ночами не спим. Проблематично. Сейчас капризничает. Движуха. Там колики, не колики, всякое такое детское. Вот. Тяжело, конечно, но... Ничего страшного. Видишь, какой мешок у меня под глазом, блядь. Ебать. Сегодня после вчерашней ночи решили нихуя не делать, отдохнуть. Ох, блядь. Чуть ДТП не въебались. Ай, блядь. Вот сейчас решил съездить в магазин, купить поесть по мелочи, и по деньги улетают как нормальненько с ребенком, хотя у нас много чего бесплатного. Очень много одежды бесплатной там. Много там всяких подарочков. Ну, все для малого. Покупаем там, что там, хавчик. Хавка, подгузы. Блять, еще лекарства. Платеж нихуя не видно, блядь. Вот. Че еще? Короче, что-то по мелочи покупаем туда-сюда, что-то бабки так. По 200 тысяч. Ой, блядь, ну короче. Ебать.
Как думаешь, сколько мне лет? На вид 57 где-то. Ой, блядь. Ну, короче, пока адаптация идет. Ладно. Ладно.